только на 20 лет назад. В лихие 90-е. What is love?
Сейчас будем танцевать под музыку. Я свою, а вы там повторяйте свою. Ну, хорошо. В общем, встречайте, дискотека 90-е. Такие вот танцоры. Thank you.
большое вам, Илья, за выступление. Thank you.
конечно, это вошедшая как раз-таки КВН, который был. Называется она «Первое свидание». Итак, окей. Пусть на первое свидание. Уже почти 12. Ой, ё-моё. А, теперь эта ситуация полностью. Сколько тебе лет? Уже почти 12. Подводи к следующей. А, следующая миниатюра из серии. Ну потому что вот здесь сидит Марина. Да потому что вот здесь уже сидит Марина. Я в 9 вечера с работы прихожу. Ну, Валера, ты стал таким грубым, не все. Чумаченко.
на Кока-Колу. И, конечно же, мы попросим сейчас наше дорогое жюри. Наше дорогое жюри. Вот молодцы, помахали. Да, очень попустимся. Молодцы, молодцы. И мы сейчас попросим наше жюри также взять два приза и наградить самые интересные и замечательные костюмы. Прошу.
Да, это художники. 322 бумага. Прошу.
немножко времени для того, чтобы оно определилось с результатом. И сейчас на этот танцпол я приглашаю всех, кому было немножко, немножко, очень немножко времени, когда начались эти безумные, безумные шарики 90-е. Miss Jimmy wants to see everybody on move. Dancehall, you know, that a man coming at you. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on. Yeah! Everybody dance now! Let's go! Мы предлагаем вам пересечь эту символичность. Этот символ стоял
классно, очень весело, прикольно станцевали. Мне здесь очень нравится, здесь очень весело, очень приятные люди. Иностранные студенты, мы благодарны вам за в той горячей, как скажем, гостеприимство, за то внимание, которое нам уделяют. Спасибо всем, что приняли нас. Спасибо всем, спасибо Ресту, спасибо вашему городу. Мы любим Херсон, Украина.